Рано утром в 41-м началась война. Чтобы выбить супостата, встала вся страна. Кто-то бился с ним в окопах, кто-то хлеб растил. И в далеком 45-м все же победил. Но вот спустя десятки лет у деда я спросил: «Скажи, отец, откуда в вас нашлось так много сил? Ведь враг был техникой силен, числом превосходил, но был разбит он в пух и прах и головы сложил». Старик немного помолчал, слезинку обронил, сказал: «Вся сила в том, сынок, что родину любил».